Продовжуємо нашу програму і на майстер-майданчику, як я і обіцяла, ми зануримося у глибини пам'яті. У нас сьогодні в гостях Дмитро Лозенко, тренер з ейдетики та мнемотехніки. Ось такі нові слова для багатьох я зараз сказала, висказала. І я думаю, що не в одної мене виникли такі питання стосовно, що це таке, і поясніть, будь ласка, значення цих слів і для чого вони потрібні людині, власне. Эйдетика родилась в 84 году, вообще как бы она родилась в Древней Греции. Слово «эйдос» — это слово «образ». Это даже давно уже было, да? А мнемозина, мнемотехника — это богиня памяти Древней Греции. Да. Поэтому «эйдос» — мы помним то, что мы представляем. Вот я рекламирую создателя школы Матюгина, который в свое время обнаружил, что свойство человеческой памяти — то, что вы видите, то, что вы себе представляете, то вы запоминаете. И на этом была построена целая методика. Методы и навыки, которые улучшают память человека, которые помогают запоминать числа, иностранные слова, события в жизни. Дмитро, тут у меня запитання велике. Чому? Ви сказали, те, що людина бачить. Адже я, наскільки в мене усі галузі не дуже такі широкі пізнання, але я знаю, що пам'ять, вона ділиться, да, на фотографічну зорову пам'ять, слухову пам'ять, да, тактильну пам'ять і так далі. Тобто кожна людина має свої особливості, а тут йдеться чисто про використання зорової пам'яті. Чи ні? Чи я помиляюся? Вот смотрите, если я скажу «стол», то вы понимаете, о чем идет речь, да? Так, я разумею, звучит. А если я скажу «та», та? Что это? «Та». Ну, я тоже разумею, что это, але уявити собі потрібно, да, це? А «та» — это по-японски «поле». Это иероглиф, обозначающий поле. Вы можете мне сказать только то, что вы представили себе. Вы знаете, как выглядит стол? И вы говорите «стол». Да, вы да. сразу представляете. А «та» вы не знаете. И также большинством слов на китайском языке, либо, ну, например, по-немецки «ангель», это удочка. Ага, зрозуміло. Так. То есть вы представляете себе, ну как бы как выучить немецкое слово удочка. Вы представляете себе ангела с крыльями, который сидит и ловит рыбу. Если вы эту картинку себе представили, то слово ангель у вас точно уже есть из немецкого языка. То есть в словнику в моем особистом уже есть это слово, однозначно, да? Однозначно, вам теперь его еще стереть придется. Так, я зрозуміла. Опять же, немецкое слово очень интересное, грабен. Это канава. 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 Вот теперь вы представляете себе, что в канаве валяются грабители. Грабен. Граб. Грабен, да. Это называется метод фонетических ассоциаций. Это один из фокусов. Слухова память, так. Один из фокусов. Обязательно надо увидеть, как в канаве валяются грабители. Вот это то, что мы визуализируем, то мы запоминаем. И сама по себе эйдетика – это игровой тренинг, который учит этим пользоваться. И все. Эйдетика – это наука о расширении памяти. Я ее называю операционной системой для мозга. Так. То есть для того, чтобы компьютер работал, железо, надо туда поставить операционную систему. Вот, мы ее туда ставим, потом программы вы уже инсталируете сами. Ваши возможности вырастут, ну, в колоссальное количество раз. Так, зрозуміло. 40-100 слов в день любого языка, который вы учите, вы можете этим методом осваивать. Про правила эйдетика и мнемотехника не говорят пока, хотя есть уже исключения, называемые паттернами, ну, я про них не говорю сейчас. Вот. Но тем не менее, словарный запас вы можете легко пополнить любого языка, иероглифов тех же самых. На обычном занятии по эйдетике мы за одно занятие учим где-то около 40 иностранных слов, причем это латынь, немецкий, французский, иврит. Например, на иврите парва – это мех. Ну вот вы визуализируете себе, как... Ну, ваш муж порвал шубу. Вот, вы запомните это слово навсегда. Да, точно. Ассоциация не очень, да. Ну, важно, что еще? Важно, чтобы ассоциация слова была обязательно позитивная. Обязательно. Тобто із того зараз, що я почула, потрібно для того, щоб запам'ятовувати хоча б елементарно іноземні слова, які не знайомі для людини, да, потрібно, по-перше, візуалізувати, тобто собі так. уявляти те, про що йдеться у слові, да, про значення. І те, що зараз ви сказали, я бачите, з пам'яті все погано. Да, 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 срочно. Смотрите, особенно эти тренинги хороши. А, і це повинно бути положительне, да? Позитивно, так. Да, обязательно позитивно. Ну, про ангель, возьмем латынь, например, слово херба – это трава. Так. Какие у вас ассоциации со словом херба у вас возникают? Гербарий. Есть гербарий, такая так, гербарий. Ну, гербарий из травы, херба. Фокус еще в том, что это слово надо произнести обязательно несколько раз, для того, чтобы у вас звуковая ассоциация появилась с визуальной. И вот тогда у вас появляется
звуковая память или аудио память, а до этого момента у вас ее нет. И теперь смотрите, опять же, что еще делает эдетика. Важная часть. До 5 лет человек, эдетик и так, он запомнил, вы помните, сколько информации? Цвет, звук, тепло, холодно, тактильное ощущение. Да, да. Мама, папа, мы запомнили 80% информации. И 20% мы с трудом в течение жизни запоминаем. Почему? Почему? Эдетика что делает? Мы сдвигаем человека в 5-летний возраст. Вот Евгений Антощук, основатель украинской школы, это его ноу-хау. Угу. Его жена и дочь были музыкантами, оба преподавали музыку. И он совместил музыку и образы. И получается, что он активирует и слуховую, и аудиопамять. Кстати, например, под Моцарта очень хорошо заниматься, учить какие-то тексты, потому что Моцарт активирует внимание. Ну, эффект Моцарта, да, такие есть. А Вивальди – память. Угу. А именно, Вивальди... если вы хотите что-то выучить, ставьте Вивальди. Запам'ятовую. І запам'ятовуйте ви, тому що для дитини, особливо коли в школі маса віршиків, от Вівальді ставимо, так і запам'ятовуємо. Для запам'ятання стихов є метод піктограм. Когда мы рисуем стихи, а потом их запоминаем. Совершенно шикарный. Покажете? Я вам сейчас покажу такой метод, с чего я начинаю, например, с детьми работать. Да? То есть мы сдвигаем человека в 5-летний возраст и начинаем активировать вот эту вот визуальную память, то, которая у него была. Первое, что родители просят, это номер телефона, чтобы ребенок знал мамы, бабушки, ну, да. папы. В экстренных выпадках, ну, одразу да, набрал. Потерял телефон, знакомая ситуация. Значит, как работать с числами, с цифрами? Да. Значит, мы их оживляем, мы делаем из них образы. Эйдос – образ, мы делаем образы. Ну, смотрите, например, вот на что похожа единичка, по-вашему? Я зараз буду повертатися. Ну, смотрите, да, если мы там, я как бы не художник, но если мы колпак приделаем, ручки-ножки на Буратино, она может с носом? Да. Буратино, да? Буратино. Поэтому он, единица у нас – это сказочный герой. То есть мы делаем сказочный герой, это один. Двойка вам что напоминает? Лебедь. Да, это птица. Птах, да. То есть любая птица. Неважливо, да. Может быть качка. Например. Тройка. Угу. Смотрите, значит... Пагорбы. Да-да-да, горбы верблюда, да. Угу. То есть тройка у нас, мы говорим, что это любое экзотическое животное. Верблюд, жираф, крокодил. Угу. Четверка что вам напоминает? Боже, стил. Перевернутый стул. Стил, да, да, стул. Это мебель, предмет мебели. Любой предмет мебели, так. Да. Угу. Пятерка... Если мы сделаем вот так вот и здесь дорисуем листик, что напоминает? Не знаю. Яблоко. Да? Да, да. Ну, так вот таке себе яблоко хай буде, да. Яблоко, це фрукт. Да, это любой фрукт, да, абсолютно верно. Шестерка. Опять же, шестерка мы принимаем за чайник. Ну, как бы вот если носик так дорисовать, то такая вот. А, чайник себе. Это кухонная утварь. А мы зараз з вами уявляємо і фантазуємо, чи це загально прийняті такі речі? Это вещи, принятые в школе эдетики. Школ несколько, да, да. Для того, чтобы не путаться, мы учим именно им. Хотя, если у человека есть свои образы, это шикарно. Ну это... да, я могу сказать, что, например, пятерка – это там девчинка какая-то, которая мне уявляется, не знаю. Або гачечок, да, гачечок, на який там рибку ловлять. Це буде складніше, це буде відходження від правил эдетики, як ви говорите. Нам сложнее будет общаться. Я зрозумію. Некоторые пишут римскими цифрами. Это тоже для них это нормально, да? То есть как... Все. Я повинна була поцікавитися. Да, пожалуйста. Сімка. Да. Семерка на что похоже? Флаг похоже? Да, да. Значит, точно. Это флаг или коса? Угу. Восьмерка. Так. Матрешка, все. Восьмерку мы принимаем. Ну, снеговик. На очки похоже восьмерка, не валяшка, да? А, окуляры, да. У меня 6-летний джентльмен говорит, знак бесконечности. Я говорю, супер вообще. Я такого не ожидал. Девятка. Не знаю, подсказывайте. Ну, це рыба. Рыба? Рыба. Рыба. Любая. Любая рыба, там, кит, селедка и так далее. Рыба, так, и нолик, очень просто. Коло. Футбольный мяч, баранка. Мячик. Да, то есть, неважно, кольцо, это нолик. Ну вот теперь смотрите, я вам буду показывать такой невеличкий фокус. Можно я так вот, чтобы удобнее было писать? Значит, я переходжу тоді. Да, туда. Давайте. А я вам сейчас покажу, вот смотрите. Теперь, чтобы запомнить что-либо, мы составляем рассказ. Давайте. Он совершенно может быть безумный, и вот сейчас вы его услышите. Смотрите, на верблюде едет Алёша Попович. Сзади него представлен стул, в котором сидит Добрыня Никитич. Он жует яблоко. В яблоко вцепилась щука. На щуку, вам смешно, да, уже? На щуку пикирует коршун, который держит в лапах чайник. Да, на чайнике нарисовано яблоко. На него с изумлением смотрит жираф.
Ага. Сараф сам жует грушу. Грушу у него тянет снеговик, у которого под мышкой селедка. Селедка машет флагом дельфину. На дельфина смотрит хищно крокодил. На нем сидит птица-секретарь и что-то рассказывает бегемоту. Бегемот снял очки. Очки положил на стул, под стулом стоял чайник, из него вылезла утка. Утка держит в руках чашку, которую она поставила на диван, на котором лежал бегемот. Це можна продовжувати до безкінечності, тому это число пі до 24-го знака. Так. Да. Это вот способ цифрообразов. Точно так же запоминают дети телефоны. Угу. У них мама з чайником 067, із чайника торчить флаг, і далі пошло-поїхало. Я зрозуміла, але мені не зрозуміло теж, знаєте що, моє питання в чому? Поки я ось цей, на перший погляд здається, що мені простіше вивчити просто цифри, чим ось цю історію, де жирафи жують яблука, дивляться на бегемотів і таке інше. Чому це простіше? Ось простіше вчити слова асоціативно, це все обґрунтуйте мені. Чому це простіше? Ну, розумієте, як? Ми якраз таки, я добавлю ще, чим смішніше і ярче образ, тим легше ви його запам'ятаєте. Угу. От ви тепер цих жирафів з бегемотами запомнили надовго, так. Да. И точно так же, если мы сейчас напишем любой номер телефона и составим по нему историю, вы потом свойство человеческой памяти, вы тянете за ниточку, и эта история выскакивает. Я, например, для собственной тренировки номера своих знакомых машин всех запомнил. То есть это совершенно шикарная вещь. Вы когда тянете за ниточку, то есть вы представляете себе своего знакомого, запоминание лиц и связка с именами, что, кстати, у многих, например, бизнесменов проблема является. Да. Иван Иванович, здравствуйте, Иван Иванович. То есть, именно. Это тоже входит в идентику. Есть специальное целое занятие посвящено тому, как лица связать с именем, фамилией. И у меня есть пример очень успешной девочки, которая в страховой компании выучила имя, фамилию, номер машины, номер телефона. 60% клиентов были ее. Ага, тобто вона знала імена, мало того, що знала імена, ще знала телефони, номери. І родственників ще некоторих. Это все дуже просто зв'язується, да. Так. І мало того, методів запам'ятання, помимо, це один цифрообраз, а є ще 5. Угу. Ще 5. І шестий мнемотехнічний. Мнемотехнічний метод, вони, сложно в такое короткое время його рассказать. Угу. Вот, вони запам'ятають від 0 до 100. У них на каждое есть образ. Это уже мнемотехника. Более, скажем так, эйдетика – это тренинг, а мнемотехника – это уже наука, которая позволяет развиваться. Теперь смотрите, это я вам написал до 24-го знака, да? Да. А есть еще такой метод – римская комната. Или метод Цицерона называется. Так, как это работает? Вот в Древней Греции поэт Симонид пришел на пир, и его позвали на секунду выйти. Вот. Пока он ушел, потолок обрушился и всех завалило. Ну, карма у человека была светлая. Вот. И он вспомнил, кто где был, по местам. Ага, вот это называется методом Цицерона. Да. Зрозуміло. И вы... на практике. Как это на практике работает? Теперь смотрите. Продолжаем. 38, 32, 79, 50, 28... 84, 19, 71, 69, 39. Это еще 20 знаков с числа пи. Угу. По римской комнате развешены. То есть уже 44 знака. Да. Вы развешиваете по этим местам ту информацию, которая вам нужна. Ваш ребенок, когда он что-то учит, что-то он хочет сохранить в памяти, представляет себе, он может там сохранить цифры, он может там сохранить куплеты, стихотворения. Як це практично робиться? Тобто я цифри вивішую на стінах кімнати дитячої, наприклад, да? От тут я вже секрети буду розказувати. Ні, це все дуже робиться, ярко запам'ятаю. Ну, наприклад, я такий секрет переоткрою. Наприклад, число 38, ви на білому екрані візуально представляєте собі відро з краскою, кисть окунаєте так, щоб з нього стікала краска. І от це 38 рисуєте, що аж з підтеками йде. Як тільки ви все представили, ви це потім зберігли. Я і розумію, і не розумію одночасно. Тобто ви зараз говорите про те, що є така наука, такі спецметоди, які
покликані для того, щоб наша пам'ять швидше запам'ятовувала великі цифри, імена і багато-багато того всього, що нам необхідно. Зараз ми показали, як можна запам'ятовувати цифри, да, для дітей. Ось такий прийом ігровий. Да? Тобто ми проводимо асоціації з... Да, мы, это цифрообразы называются. Мы цифру оживляем. Да? То это Буратино, это чайник, это яблоко. Угу. То есть у нас не пятерка, у нас яблоко. А про метод цицерони я не зовсім зрозуміла. Ви кажете, що ось ці листівки, які мають бути розвішані по кімнаті, вони не просто мають бути цифри написані, а написані якось. Да? Якось. Угу. Чим більше органів чувств участвують в запоминанні інформації, тим краще інформація запоминається. Угу. Чим смішніше ця інформація, тим ще краще вона запоминається. Я вам привожу пример. Давай. Значит, первый закон Ньютона и мой ребенок. Три закона Ньютона, как это выучить? Первый. Тело движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела. Без проблем. Мы представляем себе линейку, которая уходит далеко вдаль. Вот. Она равномерно размерена у нас, угу. Правильно? Вот тело движется, и по этой линейке едет паровоз. Паровоз. Пыхтит с дымом, гудит. Он едет по этой линейке равномерно, прямолинейно. И мы визуализируем себе гирю, которая прилетает, сбивает паровоз, паровоз улетает, если не действуют другие тела. Ну да. 8 минут у нас заняло выучить. Я зрозуміла. Теперь я вам даже еще секрет открою. Вот эти 24 знака у меня совершенно обычные люди, которые приходят и говорят, у меня плохая память. 12 минут в среднем. За 12 минут? 12 минут они у меня учат число пи до 24 знака. Это несложно, это методы использованы, доступны любому человеку. Понимаете, в чем еще прелесть эдетики? Угу. Кто бы ни пришел, любому доступно. Еще один секрет. Недавно обнаружили наши ученые, что мелатонин, гормон молодости, да. Он вырабатывается до 50 лет естественным способом, а после 50 под нагрузкой. Якщо тренувати мозок, так? Абсолютно верно. То есть, если вы хотите оставаться молодым как можно дольше, надо мозг нагружать постоянно, непрерывно. И эдетика дает для этого инструменты. Ну, самый простой вариант нагружать – это учить иностранные языки, язык в год. Ну, представляете, вы в день учите 100 слов, ну, например. Не уявляю. Метод фонетических ассоциаций, он чем классный? Чем больше вы языков знаете, тем легче дается следующий. Потому что... А то, что я уже майже знаю, мне потрібно підтягнути, да, таким чином? Да. Можно підтягнути, да? Легко, совершенно. Ну, например, мне очень нравится из польского слова «жирандёль». Знаете, что это такое? Жирандёль нет. Люстра. Вот, ну, у меня жираф, доля которого висит на люстре, это жирандёль. Потом филижанка – это чашка. Филижанка – чашка. Да, филя, собачка Филя и девочка Жанка из чашки пили воду. А, ось таким чином. Конечно. Ну, окрім того, що ви запам'ятовуєте філіжанку, у вас ще в голові три зайвих слова з'являється. Как только вы представляете, как собачка и девочка вдвоем лакают из чашки, все. Все, филижанка. Конечно, оно у вас есть, это слово. Да, я розумію, але розумію, що потрібно вникати, більше про це цікавитися і, власне, питати людей, які цим займаються, тому що ми зараз, от скільки в нас відведено нам часу, стільки і встигли розказати. Але це ось так, як шапочки з тортика знімати. Я вам можу ще зараз 20 написати чисел з метода крючків. Тому що ви знаєте крючки, це. Крючки. А я не напишу. От напишіть мені 5 цифр, які я можу зараз. 7 занятий по 2 часа, і ви все будете робити краще, ніж я. Мені діти, 9-літні, коли займаються, вони краще мене займаються. Я показываю методы и способы, а они меня переплевывают. Причем, смотрите, я вам сейчас даже покажу такой интересный. Разогрев мозга. Давай. Когда мы идем на тренировку, мы разогреваем мышцы перед тренировкой. Да? Когда мы идем на работу, мы приходим и пьем кофе. А теперь вот нейрофизиосоматика. Что это такое? У нас есть два полушария, которые, ну, одно работает, второе как бы спит, скажем так. Как бы его разбудить, это полушарие? Начинаются всякие разные такие методы. Например, вот можете вот так вот сделать? Зараз. Ага, попробуйте. Да. А теперь смотрите. Раз, два. Раз, зараз. Два. Так, а раз, потім ось так. О, два. Все. Ага, ага. А теперь через хлопок. Чувствуете, раз. Да? Так. Чувствуете? Да.
Так, я зрозуміла. Тобто потрібно, ну це із серії ось. Ну, є крутить круги в різні сторони двома руками. Це я вам хочу сказати, да, виходить у многих моїх учеников з 5-6 разу. Потім є, ну я не знаю, в передачі удобно дулі показувати. Ні, є така, да. Давайте кулаки. Давайте кулаки. Ну, от смотрите, наприклад, да? Так. Ну, вірніше, да, я привык уже дулькой. Давайте дульки показувати. Давайте. Давайте так. То есть смотрите. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, да. И таких приемов у нас масса. Угу. То есть есть прием, который передает из одной руки в другую движение. Так, это вот такие? Нет, это когда идет одно движение, потом идет другое движение, это движение повторяет это, и это. То есть, понимаете, да, одна рука передает движение в другую. Вот это нейрофизиосоматика, она входит внутрь. Это игры, которые помогают. Можно играть всей семьей совершенно замечательно. На фотографическую память, на рассказы, на числа, которые помогают всем улучшить свою память. А человек с хорошей памятью, поверьте, нужен в любой организации. На вагу золота. Отже, дякуємо, Дмитре, що ви дякую у нас вам були, розказали хоча б трошки про те, про таку величезну, да, галузь, як ететика та мнемотехніка. Ще й багато інших назв є. Ми повинні завершувати просто наш ефір. Дякуємо і вам, що були сьогодні з нами. Я обіцяла, що буде дуже цікаво, і таки було. Залишайтеся і надалі з 51-м телеканалом. До побачення!